Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 1 августа 2018 года. Сегодня я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Я нахожусь возле здания областной администрации, областной рады, областных властей. Многие СМИ уже вам показали о том, что затеяно и начато какое-то строительство. Но на данный момент я вижу, устанавливается забор и проводится какая-то разметка, разбивка. Он сзади меня, видите. Но я хотел бы вам показать ряд фактов, связанных непосредственно с этим строительством и то, что происходит здесь. Итак, факт номер один. На повороте к зданию областных властей нету ни одного знака, обозначающего, что здесь есть стоянка. Но тем не менее, стоянка есть, мы к ней все уже привыкли. То, что не запрещено, как бы то разрешено, да. Но самый важный факт, уже бог с ним, привыкли мы. Вот здесь была определена стоянка для транспорта инвалидов, людей с инвалидностью. На сегодняшний момент этой стоянки нет. И где люди будут ставить свои машины, никому не понятно. Где будет? Здесь. То есть люди с инвалидностью припарковаться спокойно уже не знают где. Ну, факт номер два. Ровно в 20 шагах от затеянной стройки находится сессионный зал областной рады. Но этот зал на сегодняшний момент закрыт. Он закрыт уже полгода. В нем был анонсирован ремонт. Ремонт не производится, по моим сведениям, по крайней мере. Но стройка есть. Здание строят, здесь не ремонтируют. Вот такой второй факт. Я думаю, как-то ненормально это. Ну и факт номер три. Вокруг здания есть вот такая дорожка пешеходная. Она в жутком состоянии. То есть камни уже давно непригодны к использованию. И можно легко травмироваться. Вот смотрите. Сейчас я вам еще покажу. Камень легко поднимается. Вот видите. Ходуном ходит. Но это большой камень, он тяжелый, но я чувствую, если я напрягусь, я подниму. Но сосед его легко поднимается. Вот дальше то же самое. Тоже. Ну тут зацепиться тяжело. Вот здесь тоже при напряге. Камни не закреплены, вот видите, они ходуном ходят. Ну,
вообще. Легко поднимаются. Ну, этот камень поднимается. Соберу в кучу, чтобы не сказали, что я поломал. Что я хочу сказать своим репортажом? Я вам показываю, что что-то хорошее строится, наверное, что-то хорошее. Мы до конца еще не знаем, пока закончится строительство, что это будет. 300 раз могут перекрутить, но то, что есть, не содержится в надлежащем порядке. То есть еще есть о чем говорить и что делать, куда тратить деньги. Но несмотря на это, мы строим что-то новое. А старое что, снесем? Хорошего настроения.